Сейчас стакан кофе вынеси тебе сюда. Да я пойду. Кури. Пойду с тобой зайду. Какой кофе брать? За 20 рублей? Или какое? Тут, по-моему, только одно. Ага. Тут нет другого, Владимир Иванович. Ну да. Теперь не можешь? Нет. Нормальный. Хватит денег? А? А сколько там? У меня хватит. 30 рублей дам сейчас есть. А здесь сколько в мелочи? А до хуя. А? 20? Да. Может, по одному возьмем? Нет. Почему? Ну его. Сейчас попьешь и мне два глотка оставишь. Здрасте. Вот 20 рублей. Ну, ну пусть будет черный, нам лишь бы что-нибудь попить. Ты куда? Надо, пойдем на улицу. Да ну на улицу, там холодно. Здесь надо, Владимир Иванович. Горячий. Кипяток. Пойду на улицу. Там попрохладней. Сейчас пойдешь, Владимир Иванович, постоишь. Да не ухожу. Полы помыли, опять натопчем. Вон, протрешь, вон. Конечно. Домой отвезешь, и я сейчас ляжу отдыхать. Ляжу отдыхать. Вареники не поджарил? Нет. А суп гороховый? Нет. Сейчас сделаю. И картошку взял, и морковку взял. И лук взял. И вареники поджарил. Поедем маслице возьмем? Да все, наверное, уже не поедем никуда. Поедем маслице возьмем и домой. Или здесь взять? Да здесь возьми, здесь тоже есть. Здесь? Ну а что? Оля, за 57 масла дай. За 57. Хватит тебе, Владимир Иванович? Хватит. Пятьдесят. 55. 57. Нормально? Нормально ты деньги считать научился, молодец. Так надо, Саня. Математика 5 с плюсом. На 57 рублей, не считай. 57 рублей, Ольга. Как на Христославну приду за колбасой, Ольга. И рулетики возьму у вас. И рулетики за день рождения. Колбаски возьму. И рулетики. 11 января у тебя? И котлеты все заберу. 67 лет 11 января. А? Оля. 7 января котлеты будут? Не знаю. От меня ж не зависит. А? От меня ж не зависит. Да а будут. Котлеты будут? Больно. Будут, а куда они денутся? А? Должны. Может, праздник у нее будет. Да возьму все котлеты, Ольга. Хорошо.
А? А что это 5 котлет, Ольга? А? Все котлеты заберу. Все заберешь? А ты их не продавай, Ольга. Ольга, не продавай котлеты, я их заберу все. До Рождества надо оставить, да? Завтра Саня даст денег, и я заберу котлеты все. 2 недели еще, Владимир Иванович. Ерунда. Пролетят как надо. Котлеты не долежатся. Не, завтра заберем. Ерунда. И поедим. Ерунда. Все котлеты заберу. И поедим с тобой. И колбаски возьму. И ветчины. Приедем и возьмем, да? Видно будет, Владимир Иванович. Как бог даст. Ругаться нельзя, Саня. Никогда ругаться ни с кем нельзя. Уже ноги запотели, Саня. Сейчас разуюсь и сам. Пей, пей. Держи, пей. Держи, все, хорош. Пей. Я не буду больше. Пей. Половину ровно тебе. Он уже полуостыл. Остыл? Почти. Допивай, да поехали. Ну все, друзья, мы поехали домой. Всем спокойной ночи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите, кто с какого города. Всегда интересно. Всем добра, с наступающим Новым годом. Канал Гордей Иванович. Также смотрите во всех других соцсетях. Телеграм и все остальные. Все ссылки рабочие здесь, в описании профиля. Рядом с донатом нажимаете стрелку справа. И выскакивают все ссылки. Я думаю, понятно объяснил. Найдете, кому надо. Также смотрите много фейковых каналов, которые от нашего имени общаются с вами. Саня, а когда телевизор будем покупать? Телевизор? Да. Ну, я не знаю, Владимир Иванович. А он тебе нужен? А? Дядь Володь. Ерунда. Ты же говорил, что не нужен. Или все-таки нужен? Ага. Я не знаю, Владимир Иванович, спрошу у ребят. Там спрашивали уже про телевизор. Японский, да? Ну что, поехали? Да поехали. Маслица взял? Все взял. Мандарины, бананы взял. Ну что? Бананов еще взять? Не надо больше, хорош. На Новый год возьмешь котлеты и бананы. Пока не надо. Надо христославить, Саня, самое. Слышь? Завтра понедельник, где-то в пятницу надо взять, слышь, надо шампанское взять и крабовые палочки, сахарную кукурузу, яички и майонез. Салат забабахать? Да. Да, салат и шампанское. А Света? Придет. Надо ее найти и сказать ей, чтобы пришла. Она ко мне дорогу знает. Пускай так будет, Саня. Пускай так и будет. А что ты надумал про телевизор, да, Владимир Иванович? А возьмем? Надо? Ну, если надо, давай брать. Да еще не взяли, Саня. Да не взяли еще. А где же мы его возьмем? Сейчас только скажу ребятам. Подарок на Новый год тебе, да, дядь Володь? А ты хоть новости будешь смотреть? А. Там много интересного в мире происходит. Поэтому есть что посмотреть. Может, меньше ходить будешь по линии.
Сейчас ногам надо отдохнуть, Саня. Площадь наша, друзья. Сельхозуправление, администрация. Здесь же елочка сразу, на главной площади. Что ты говоришь, Владимир Иванович? Сейчас ногам надо, да, отдохнуть надо. Сейчас разденусь и отдохну. И ноги помою. Теплой водой. Кастрюлю пропаривал. Какую? Гороховый суп тыл в бедро и помыл, и яйцом, и пропарил. Суп уничтожил ты уже? А... Все-таки был гороховый суп, да? Ага. А чего ж ты меня не позвал? Да ты не заходишь в дом. Да как не заходишь? Ты же не говоришь, когда суп гороховый. Оказывается, он у тебя был уже. Да. А ты не соизволил даже мне сказать, а, Владимир Иванович? Так же нельзя, наверное. Причаливаем, все. Конечная остановка у меня. Ты сейчас поедешь? Поеду. Куда? По делам, по своим. Рацию настраивать будем. Прием, прием. Первый, первый, прием, прием. Раз, раз. Дай сигарету. Давай, Владимир Иванович, ага. Будь здоров. Ага. Когда зайдешь? Как порядок наведешь. Ерунда. Согласен. Ерунда. Давай, Владимир Иванович, спокойной ночи. Шапку не забудь. Ну все, друзья, мы по домам. Всем добра, спокойной ночи. Владимир Иванович дома тоже.